Не раскрылась. Удобно, да? И сейчас она поедет. Поедет? Ну вообще круто. Есть вообще что почем. Так, клубника, смотрите, сколько. Море клубники. 750 драмов получается. Тут есть разные. Вон помидоры всякие. Зелени тонна. Фруктов очень много. Взяли он. Очередной у нас вечер. Сходили в магазинчик, короче. Сегодня днем кушали, вечером решили без всяких там кафешек, ресторанов. Чисто вот по-армянски. Ну не знаю, конечно, клубники это чисто по-армянски, там по-русски. Ну то, что она в тазиках, это точно чисто по-армянски. В России ни разу такого не было, чтобы тазиком клубнику покупали. Это просто нереально. За такое количество клубники мне пришлось там платить мне 5 тысяч, наверное. Здесь это, в принципе, стоит копейки. А также самая прикольная тема, это здесь настоящие помидоры, которые вот реально пахнут хоть помидорами. Я уже вообще забыл, как пахнут какие-то овощи и фрукты. Тут все имеет свой запах. Есть вот абрикосы, которые вот мягкие, прикольные, сыр. Короче, сегодня будем наслаждаться настоящими помидорами. И еще плюс у нас есть лаваш, который делается без дрожжей. Здесь они сами все выпекают. И вся эта фигня стоит, короче, копейки. Один лаваш 80 грамм, это сколько получается? 1000 грамм это 130 рублей, 80 грамм, короче, рублей 10. 10 рублей, короче, один огромный лаваш, без дрожжей, настоящий, мягкий, вкусный. Все это дело заворачивается, и вот будем наслаждаться едой, хотя бы раз в году можно. Все, всем пока. Мы приехали по пути в Линнакан на мойку. Сейчас замоем. Здесь тоже есть мойки, где можно самому мыть. Закидываем копеечку и моем. Тут мясо. В граммах. Так, еще на кладке. А, кит.
заодно сам. Хорошо идет пена. Нормально. А что так мало побрызгал? А зачем много? Она сейчас маленечко грязь все это сольется и водой будем фигарить. Мам, не стойте так на дорогу. Подождать, да? Я машину еще в Уфе специально покрывал воском полностью. Специально средство протирали. Мне слишком сильно намывать машину не нужно. Так чисто нанесли, чуть-чуть смыли, и она уже будет чистая и будет блестеть. Но здесь еще дополнительно есть тоже воск. Здесь мы сейчас едем, такая пыль от дороги, здесь пробивают и новые дороги делают, трассы хорошие, прям в скалах режут это все дело. Сейчас отрывочек, если получится снять. Так, сейчас вот тут сделаем, вот так остановлюсь. Вон там вдалеке видите, что происходит. Это работают экскаваторы, трактора. И пробивают через скалу. Вон асфальтом укатывают дорогу. Круто. Дорога от Еревана к Линнакану. Короче, прикольно, красота. Я думаю, что потихонечку все это дело сделают. Вон там еще прорубили. А так в целом дорога в Линнакан хорошая, без проблем. Везде асфальт лежит, где-то есть, ну, типа щепня что-то. В целом нормально. Сейчас тут еще чуть-чуть такая буря, типа ветроган, дождик. Если бы не было ветра, солнечно, то было бы вообще нормально, красиво. Но тут везде, вон, видно, везде дороги делают. Вон с той стороны, вон, КамАЗы ездят, вывозят камни. Нормальные дороги? Да. Мы сейчас по горам. Мы по горам едем, главное, это по горам. Да, это горы уже. Смотри, по горам. Просто здесь они чуть-чуть другие. Там по одной горе ехали, а здесь просто как бы это по общему плану горе. А так мы все выше и выше поднимаемся. Пылище. Есть такие небольшие отрезочки, где чуть-чуть дорога, ну, так сказать, не очень, но даже по сравнению с теми же уфимскими пригородами, здесь намного лучше дорога. Но почему-то в интернете прям пугали, дорога беспонтовая до Гюмри. Дорога как дорога. Это может быть, я не знаю, сравнивать с какими-то немецкими дорогами, трассами. Если сравнивать с российскими дорогами, в принципе, обычная дорога.
Я вам вот сейчас чуть-чуть поснимаю вот так, чтобы вы видели. При этом мы прям приехали сейчас на отрывок, где ведутся дорожные работы. И тут везде будут новые трассы офигенные. Вот, например, рядышком. Видите, сделали, будет новая офигенная трасса. Вот. Да, двухсторонняя широкая дорога будет получаться. Двухполосы в две стороны. Там вообще трехполосая вон, в гору. Еще. Вот школа, в которой мы учились. Вот видишь, помнишь, я говорил, я все шел на этот. На гору смотрел, да. Вот это наша школа. Она туда внутри еще большая. Буквой П, да? Да, то там это внутри. Просто... А там вот это, отсюда мы заходили, вот. Угу. А там сзади постоянно дрались. Вон туда назад шли, вот, за потому школу. Что школа большая, она хорошее туда, местечко для драки. Да, туда, за школу шли, короче. Типа стрелка. Да. А да. Летающую тарелку над этой школой, папа, вот мы видели. Да, вот наша здесь. Школа. Какая летающая тарелка? Большая летающая тарелка. Короче, мы приехали в наш дом спустя 20 лет. Это Кимин дом, да, Оль? Павевцес! Ты поснимай, ладно?